Яне Корниловой я узнала, когда разочаровалась во всех известных мне гуру и мастерах и решила, так сказать, завязать с просветлением и пробуждением. Ну вот, пожертвовала последним своим отпуском для того, чтобы посетить сатсанг известного мастера с единственной целью – задать ему вопрос. Вот то-то, то-то и то-то – это оно, просветление, и получить желаемый ответ – да, это оно. И так я просветлела, но легче не становилось. Наоборот, становилось все тоскливее, больнее, тревожнее. А тут как-то вот услышала разговор двух женщин в автобусе, когда одна другой говорит: слушай, ну вот уже ты целый месяц принимаешь эти таблетки, а они тебе не помогают. Может, это не то лекарство. И как-то перенесла это на себя и поняла, что двигаюсь не туда. И как раз в этот момент пришла ссылка от знакомой вот, по прошлым группам на сообщество «Изнанка просветления». И заинтриговала само название. Нажала play и прослушала на одном дыхании все подкасты, которые вышли на тот момент. Когда впервые услышала голос Яны Корниловой, ну то сразу поняла, что вот оно, наконец-то. И стала слушать подкасты, читать посты. И впервые вот возникло такое желание не только спастись и облегчить, но и узнать, что же такое человек, что такое его мышление, что такое реальность из себя представляет, и вот как все это взаимодействует и функционирует. Прежде всего, меня поразила манера подачи информации. Открыто, прямо, без переливания из пустого в порожнее, чем грешат иные мастера и гуру. И все это с таким уважением и вниманием к слушателю, что это ну, не могло не откликнуться. И хотелось продолжать взаимодействовать дальше. В подкастах и постах Яны Корниловой удивляет их многослойность, то есть их можно читать и слушать по нескольку раз, и личность при этом не восклицает привычно: «О, я это уже знаю, поехали дальше». Нет, вот каждый раз в них находится что-то вот настолько ценное и важное, что удивляешься, как это вот изначально могла своим вниманием мимо проскочить. Когда я слышу трансляцию Яны Корниловой, ее голос, то как-то самопроизвольно возникает наблюдение. Есть такой яркий опыт, когда я слушала подкаст и вдруг не только почувствовала изнутри свое дыхание, но и услышала его со стороны. Термин «водительство» я вообще услышала впервые и только на этой группе. Уникальность водительства Яны заключается в том, что она помогает человеку найти опору в самом себе и не зависеть вот от внешних обстоятельств, от чужих знаний, мнений, концепции, и при этом она дает ключи и алгоритмы, как это сделать. Это очень щедро. Уникальность Яны заключается в том, что она настолько чувствует человека, его вибрации, и буквально считывает их. И тогда получается уже обмен не словами, а взаимодействие вот на глубоком сущностном уровне. Я видела, как это Яна делает с другими, и мой личный опыт тоже подтвердил. Вот на вебинаре я задала вопрос личного характера, и Яна подвела меня к ответу самой себе, еще и собой. Вот раньше этот оборот меня бы просто поставил в тупик, но сейчас я знаю, о чем говорю. Теплота, душевность, сострадание Яны, оно как бы обезоруживает человека, делает его уязвимым, открытым с одной стороны, а с другой стороны более сильным. И получается, что уже и некуда бежать, да и незачем. Я просто поражена, с каким терпением, но в то же время непреклонно, Яна ведет человека к самому себе. Ага, вот непонятен вопрос, затрудняешься ответить. Вот тебе еще один и еще один. И вот виртуозно построенные вопросы подводят человека к своему собственному ответу. И парадокс заключается в том, что ответ есть в тебе самом еще до того, как прозвучал вопрос. Вот информация, которую дает Яна Корнилова, она полярно отличается от других источников, которые, в принципе, уводят все дальше от себя и способствуют формированию новых образов, идей, концепции. Такая информация просто пестрит лозунгами, девизами «Ты есть любовь»,
рядом никого нет. И это, конечно, противоречит собственными ощущениями, потому что любовью я себя не ощущаю, других я вполне вижу. А уж эта пресловутая тишина в голове и остановка внутреннего диалога, вот я над одним махом разрушила все эти иллюзии. Вот она показала, что тишина в голове – это не отсутствие мыслей, а невовлеченность в них. И как-то полегчало, потому что получается, что уже не надо пыжиться и напрягаться, чтобы бороться с тем, что есть. На вебинаре Яна дала мне ключ. Это разговор с собой, когда вот собственный голос адресован самой себе, а не вовне. И это было достаточно сложно, потому что, во-первых, есть убеждение, что сами с собой вслух разговаривают, ну, только ненормальные люди. А во-вторых, личность отчаянно сопротивлялась, а поесть, а попить, а звонок другу, а звонок маме, а мама – это вообще свято. Но я задала сама себе вопрос, ну, пользуясь алгоритмами Яны. И вот ответом были, ну, не собственно мысли в голове, а ощущение себя. Вот до знакомства с Яной Корниловой я всегда искала спасение во внешнем. Поэтому перебирала мастеров, посещала семинары, группы личностного роста, вот 12-шаговую систему, которая, кстати, предлагает верить в свою жизнь и волю под защиту высшей силы. И вот я, не ведая, что такое высшая сила, не зная о ней, не видя ее, не чувствуя, вот пыталась свою ответственность за то, что со мной происходит, перенести на нее. Вот сегодня в посте Яна сказала, что преклонение перед высшей силой – это синдром типичной жертвы. Да, это так было, но сейчас я это осознаю. Вот разница есть в этом. До знакомства с Яной Корниловой я постоянно была в бесконечных делах. Вот этот вечный гон, дела с утра до вечера, с перерывом на короткий сон. И вот эти урезонивающие советы, мол, все дела не переделать, меня только раздражали. Казалось, прекращу что-то делать, и жизнь кончится. Такой побег от себя. А сейчас я как будто замедлилась. Яна, ну вот вы мне кажетесь какой-то неземной и недосягаемой. Но включаю подкаст, слышу ваш голос, и живой голос Яны Корниловой высвечивает, оживляет ту часть меня, которая настоящая. Я вам очень благодарна за то, что вы помогли мне познакомиться с самой собой. Я вам очень благодарна, что вы оказали мне внимание и помощь на вебинаре, когда я задала свой вопрос. Внешние обстоятельства не изменились, но я себя чувствую гораздо увереннее и спокойнее вот в том, что есть прямо сейчас. Спасибо вам.